Уникальное издание и снимки Гитлера с его подписью уйдут с молотка в мае. Об этом в четверг сообщил аукционный дом в Мюнхене. На 3 дня, с 10 по 12 мая, на продажу выставят более 2000 книг, рисунков, фотографий и писем. Среди них 2 предмета эпохи Третьего Рейха, рассказал директор аукционного дома Вольфганг Лахер. Первый – юбилейное издание Адольфа Мюллера, главы издательского дома, который в свое время опубликовал все письма нацистов. Второй – фотография, подписанная Гитлером и другими лидерами. Про потенциальных покупателей говорит Вольфганг Лахер. Часть наших клиентов – музеи и библиотеки, вторая – часть перекупщики, третья – коллекционеры. Мы выставили условия, по которым никто не сможет даже взглянуть на объекты нацистской эпохи, если не докажет свой исключительно научный интерес. В аукционном доме каждый из 2 предметов оценили на 10 000 евро.